6 октября будет проводиться юбилейный турнир «Cars FC5». В нем будут принимать участие профессиональные бойцы, приглашенные из других стран Узбекистана, Грузии, Армении. Что самое важное, будут участвовать все бойцы нашей спортивной организации. Для некоторых, конечно, бойцов это будут они проводить первые бои на профессиональной арене. Для них это будет первый шаг в профессиональном турнире. Хотелось бы, чтобы они показали на то, что способны. Для других будет эта проверка перед боями за рубежом. К сожалению, после травмы был долгий период восстановления. Сейчас, слава богу, восстановился, приступил к тренировкам. Готовимся усиленно. Думаю, победить. Соперник сильный, хороший парень из Узбекистана. Но надеемся, что победа будет за нами. Для этого и готовимся сейчас хорошо с хорошими пацанами зала. Раньше выступал по аматорам, добился определенных результатов, много побед. На этом турнире буду выступать в качестве профессионала. Знаю, что соперник парень из Харькова, парень хороший. Сейчас усиленно тренируюсь и знаю, что победа будет за мной. Имел несколько профессиональных боев по ММА, как в Украине, так и за рубежом. Для меня этот турнир будет иметь особое значение, потому что турнир организован нашей промоутерской компанией. Попал в такую ситуацию, что хочешь не хочешь, но надо побеждать. Знаю, что соперник из Полтавы, но мне все равно. Я никого не боюсь и уверен в своих силах. На этом турнире я выступаю по любителям. Тренер доверил мне этот бой, я буду делать все, чтобы выиграть. Я очень люблю этот спорт. Я переехал из Луганской области в Харьков для того, чтобы тренироваться здесь профессионально, достигать своих целей. Приехал я сам из села в большой город, так как у меня большие планы, большие перспективы, и хочется стать лучше прежде всего именно для самого себя. Бой на этом турнире для меня будет первый в профессиональной карьере. Дай Бог хотеть победу. У меня первый бой в профессионалах. Хочу по максимуму выложиться в этом бою, показать, зачем мы здесь тренируемся, чему нас учат. И противник, я думаю, сильный, как и я, и хочу достойный бой, чтобы вышел. Знаю, что соперник из Одессы. Я тренируюсь систематически, интенсивно, с тренером работаем. Хочу показать красивый бой. Я надеюсь, что это будет красивый бой. Желаю удачи сопернику и пусть победит сильнейший. Mainstream.